Всем привет, друзья, меня зовут Влад, мы продолжаем с вами Shadow Fight 3 и идем в эпилог, в продолжение эпилога, собирать второй осколок за Иту. Вечно второй. Победи Линга. В других мирах ты встречался с этим героем, вы были друзьями. Мэй говорила об этом, но я не помню ничего подобного. Не торопись, ты мог видеть его во сне, в бреду, такое случается. Во сне? В последнее время мне снилось мое прошлое, и Линг... Победи Линга. Так, в этом бою вы сражаетесь за Иту. Ну, кстати, с медитацией, с отхилом, возможно, нам даже будет попроще. Сейчас мы это посмотрим. Я так понял, у Маркуса будет там глич загораться, да? Остынь, сорванец. Победить потомка тени может только один человек. И это не ты. Поэтому я и пришел к нему за помощью. Он всегда знал какие-то секреты, которых не знал никто. Даже Болла. Но Линг лишь посмеялся надо мной и привел меня в бешенство. Линг всегда с ума сходил, этот теневой мужчина, этот кузнец. Но, кстати, он все равно хорош в любом случае. Так, он сейчас будет в меня, мне кажется, плеваться. Тут опасно, тут опасненько. Надо не давать ему подпитываться. Он подпитывается, подбухивается и подпрыгивает Иту. Не подпрыгивает он. Он не подпрыгивает. Он даже не планирует подпрыгивать, когда Линг атакует. Потому что он готов сдаться Лингу. Лишь бы только Линг его победил. Ты можешь применить отхил? Спасибо. Спасибо, Иту. Спасибо большое, что ты меня слушаешь, кнопка, и применяешь отхил, который я у тебя так просил. Спасибо большое тебе, Иту. Ты лучше. Ты лучше, Иту, понимаешь? Спасибо тебе за отхил. За детство и за отхил спасибо. Потом Катени невозможно победить. Ой, какой же ты Линг просто. Не, я реально хотел отхилиться, я жму и ничего. Просто ничего. Ладно. Не хочет отхил работать на меня. Угу, фиг тебе. Ну, это да, это прекрасно, конечно. Ты ж подпрыгнул, товарищ. Да ты, Линг, ну хватит. Ну, Линг, хватит. Да что такое, Линг? Это как? Нет, по-моему, он не зря подсмеялся над Иту. Вообще не зря, по-моему. Я к нему даже подойти не могу нормально, ты представляешь? Так. Ну, отлично, кинзюцу наконец-то зашло куда надо. Хорош. Ну, куда ты падаешь-то, а? Под попочку-то все равно под конец-то дает. То в смысле, ты что, на всю карту работаешь? Ты что делаешь вообще? Успокойся. Так. Отлично, минус. Я не знаю, что было во втором раунде и в первом. Он как-то агрессивно со мной работал. Даже мой отхил там не помог. Блин, мне нравится то, что в этих боях хардовость добавлена. Это очень здорово. Чувствуешь себя вот нормально. Ты снова за свое? И не знаю я никаких секретов, он говорит. Так, много ты берешь, ты в курсе? Ну не падай, ну мне ж кинзюцу надо сделать полностью. Че ты падаешь-то? Так. Отлично. Так, отлично, он на меня опять дунул, а я не сделал как надо. Тра-та-та-та-та. Яички подбились. Куриные у Иту, который... Чай должно быть заварился. Это он меня так, знаешь, как ребенка отпинал, откидал и такой, чаек заварился, понимаешь? Ты мне вообще тут не ровня. Почему у меня чаек там, как говорится, на плитке кипит? Ты лучше присядь на бутылку и выпей чаю, а еще лучше проваливай отсюда. Так, все понятно. Я в офигении, в полном. Он меня как ребенка отэтовал только что. Я такой, хоп, и все, и все. Я как бы вообще не сопротивляюсь, я просто лег покорно и все, и больше ничего мне не надо в жизни в этой. Так, ладно.
Давайте по-другому играть, потому что я вижу, что человек вообще с ума сошел. Успокойся. Так, а как ты меня достал от уворота? Ты мне можешь объяснить? Каким вообще образом ты это сделал, товарищ? Я не могу даже понять это. Это ж... как? Это как? Он очень сложный. Так, слушай, давненько мне так не кидали по щам. Давненько. Это первый противник за Иту, если что. Это первый только противник. И мы уже нормально на нем работаем с тобой, малыш. Так, хорошо. Ты вообще можешь увернуться от этого? От этого же можно увернуться в ивенте. Почему Иту не может увернуться от этого? Без ивента. Так. Он очень часто юзает. Он очень часто юзает. Он без теневой не может вообще жить. Вставай, вставай! Ты чё так долго сидишь? Я уже говорю, вставай, он сидит, продолжает. Ты чё? Блин, вот никогда не знаешь, что он собирается делать. Я вообще в шоке полном. Что это такое? Что это такое вообще? Как? Чё за прикол? Ладно, я сейчас буду на броски играть тогда. Чё? Ну, конечно. Какие могут быть броски вообще? О чем речь? На нафиг, малыш. У него что, такая длинная катана, что ли? Как это работает? У него что, такая длинная катана, чувак? Как же я устал? Как же ты устал? Ты посмотри на Иту, он плачет. Он уже плачет. Говорит, мам, домой хочу. Да, тихо. Да, отлично, подловил. Так, чудом забираем раунд, ребята. Красивым чудом мы забираем красиво раунд. Но красиво победить еще в двух, я думаю, это будет... Из разряда Unreal'а, бла-бла-бла-бла. Ты снова со своё? Не знаю я никаких секретов. Спасибо большое за катану, малыш. Я ж так хотел отпрыгнуть, а ты, как обычно, дал это сделать. Спасибо, Линк. Мне нравится. Ой, спасибушки, Линк, что не даёшь даже подойти к тебе. Спасибо, Линк. Это же великолепно просто. Ты гениально. Ты гений, Линк. Спасибо. Линк, спасибо, и давай, отлично, приливом, спасибо, уу! Сказать, что я не в шоке, это ничего не сказать. Я не могу одолеть первого противника за Иту. Это прекрасно, давай еще раз, как же я давно это ждал, когда я не могу что-то пройти. С какой главы я это ждал? С четвертой я это ждал главы. После Юки я это ждал постоянно. А то всех быстро проходил что-то. Отлично, как в старый добрый. На норме вытащить не могу. Когда только начинали играть Shadow Fight. Вот тогда я... О, слушай, прям по ностальгии бьют, а? Ой, бьют по ностальгии. Очень хорошо бьют по ностальгии нам. Встань, пожалуйста. Вот он очень долго вставал и поэтому получил по носу. Ну, Иту, ты дурак, что ли? Ты объясни. Вот пока он анимация проигрывается, вот это, где он встает. И он уже проиграл, ты понимаешь? Хорош, я его поймал на вот этой вот его поднималке на катану. Так, Иту, ты должен был перекинуть его. Что ты делаешь? Хорош. Так, отлично, здесь мы даже первый раунд, скорее всего, забираем с тобой. Отлично. По ностальгии только так лупят. Вообще, даже не стесняются это делать.
Линк. Слушай, а какой там второй-то противник, если я... Ты снова за свое? Так. Отлично! Выбил его прямо из его, как говорится, любовной любви. Так. Хорош! Хорош! Дистанция умная была сейчас. Хорошая дистанция была. Так, тихо. Да ё-моё. Да успокойся ты, дед. Так. Присядь. А, на бутыль, да, все правильно. О, да-да-да-да, именно на бутылочку. Так, тихо. Так, тихо. Да ну зачем ты здесь подходишь к нему так, а? И ту, что ты делаешь? Просто шипы вылезли из ботинок, как у футболиста, и просто на голову наступили человеку. Вот это я понимаю. Капец, ребят, за это надо лайк ставить. Вы чё? Почему у меня до сих пор не миллион просмотров на всех этих роликах по шадику? Я не понимаю этого. Вы смотрите не тех людей. Какой к чертовой матери Солох? И все остальные вот эти вот ребята. Со своими модами. Вот, вот контент, который надо смотреть, ребята. Вот. Иту, который ботинком на последней секунде, на последних издыханиях заходит Лингу в лицо. Вот это я понимаю. Вот контент. Согласны? Ставьте лайк. Да успокойся ты, конь. Да встань ты, хватит отхиливаться. Встань, пожалуйста. Вот пока эта анимация не закончилась, он получает по щам по своим. Вот Иту, он красавчик вообще. Хорош, опять вытащил, слушай, опять. Ах ты, вот сволочь, в один раз не поймал, решил снова, сволочь, нет. Козел, вот посмотри, как он меня обхитрил, да? Один раз увернулся, он хоп, опять на катану встает, хоп, опять встает на катану. Черт, у него вот, кстати, это просто умение, прикинь, это даже не теневое умение, это просто у него умение. Он встает постоянно на нее. Хитрое животное. Он с одним раундом, но все равно он от меня уйдет. Это вот рассчитано так. Офигеть. Как говорится, один раунд, но все равно я у тебя заберу. Он так мне и сказал. Сволочь. Даже два, говорит, заберу, если что. Если захочу. Мне только захотеть надо, я два заберу, он сказал. Так, давай, давай, хритани. Отлично, Линг. Все, уехал. Фу, это было очень сложно. Победить старика дело не хитрое, но его тебе не превзойти, сколько бы ты ни старался. Это факт. Это факт, потому что сейчас я еле вытащил его вообще. Это было сложно. В основном из-за теневых атак. Это facts. Так. Получить. Защитный жилет, рубины. Я сожалею о своем поступке. У Линга наверняка были причины так говорить. Я не знаю, что на меня нашло. Ревность. Ты вспомнил, каково это, почувствовать себя вторым? Так, окей. Неплохо. Чужая сила тебя ласкает. Чужие руки шепчут тебе, что ты одна. Ты одна такая. Тара-та-та-та-та, сама себе храм сферы. Неужели я вправду бывал здесь? Помни, что миры бесчисленны, в некоторых из них теневая сила потомка даже принадлежала тебе, правда недолго. Скорее, это я ей принадлежал. Ты помнишь об этом? Мы вычислили местонахождение храма сферы в других мирах. Когда я пришел на это место, мне стало нехорошо, будто что-то готовилось поработить меня. Разум теневой там был, да? А если вы не хотите ждать, то вам нужно заполучить грань времен. У меня все в порядке с гранью времен. Я поехал. У меня кулдауна нет. Так, поехали. Дю-дю-дю-дю-дю-дю. Агент, агент, поехали. Теневая Джун. Она просто ребенок. Сфера, не игрушка. Она просто ребенок или он? Это же Джун сказала, да? Он просто ребенок, сфера не игрушка. Но с ней будет попроще, я думаю, чем с Лингом. Наверное. Хотя, это еще как посмотреть.
Да нет, однофикственно. И ушла, да? Да. Так, хорошо. Не, ну здесь все равно попроще, чем с Лингом. Это же стопудово. Тот слишком пиздодельный был. Так. А, ничего себе, мы со всеми... А, потом с собой, да, сражусь? Слушай, тут все они. Ты же не хочешь доверить сферу этому фанатику? Фантику. Фантику прочитал. Так, мы со всеми деремся сразу, неплохо. Блин, со всеми разумами сразу неплохо вообще. Так. Он, кстати, мне отхил прервал. Я хотел отхилиться, а он его прервал мне. Молодец, откуда вообще у тебя эта штука? Скажи, пожалуйста. Так, убьешь меня, да? Давай, давай, давай. Хорош, хорош, выцепил. Мнема со всем этим наблюдает во всех боях, и он наслаждается просто. Он, у него наслаждение, он кайфует. Так, агент купола, ну давай, теневой Иту. Ну, да, как я и думал. Только ты достоин этой силы. Так, держи. Ой, это было смачно вообще. Иту прям нормально работает. Хорош, я его подловил. Так, катана там... Блин, она перестала светиться, жалко. Сейчас можно было ударить. Хорош. Да ну этот бой вообще ни о чем по сравнению с тем, что было с Лингом. Это же просто... Трех теневых разумов, пожалуйста, на блюдечко. Всех сразу сложил. Вообще без каких-либо проблем. Деревянный посох. Деревянный посох, ребята. Он здесь, он с нами. Продолжить. Даже тень не мог справиться с этой силой. Она подчинялась лишь двоим людям в истории. Потомку тени и герою. Потому что изначально принадлежала им. Им? Что ты хочешь этим сказать? Разве герой не всегда лишь копия потомка тени? Незнакомца. Все немного сложнее. Ты ведь шутишь, нет? Он ведь шутит? Наверное, да. Так, дальше. Дар демона. Ты ведь знаешь, до тех пор, пока не родился потомок тени, ни врат, ни теневой энергии в вашем мире не существовало. Звучит неплохо. Я был бы просто ученым, я просто смотрел бы, как течет вода. Покой, вечность, вот какие вещи я бы изучал. Теневая энергия унесла столько жизней, одних убила, других свела с ума, третьих привела на поле брани, или все это вместе. Неужели я говорю с вестником? Вспомни, скольких она спасла. Вспомни, скольким она дала пищу, кров и защиту. Ты опять проспал ужин, вестник. Уже и чай остыл. Получишь его только после тренировки. Потренируйся с Джет. То есть, кого-то убила, кого-то свела с ума, кого-то в брань вела. То есть, сначала убила, а потом поссорила, да? Неплохо. Так. То есть тут прям победа-победа, да, нужна? Я разучила новые приемы, берегись. А, вот эти вот, которые она в 7 главе, да, потом делала нам. Она не умела их делать до того момента, а теперь умеет. Хорош. Так, ну мы справляемся пока. Возможно, даже... Ничего себе, это тоже сила пустоши? И я не попадаю? Да. Конечно, не попадаю. Чего? А чё она... Она же должна была как бы сейчас это... С подножки уехать, не? Как-то это странно работает, ну ладно. Я думал, она всё. Так, хорошо. Джет, ну давай. Чёрт, опять попалась. Да... Тут как бы понятно было, чего, когда ты успела вообще. А как она меня сейчас успела так выцепить из моего телепорта? Ты чё? Ты чё, молодец, что ли? Ты молодец, ты хочешь сказать? Нафига себе. Хм.
Здравствуй. Зацени-ка. Здесь реальные пацаны. Так. Ну и все, как бы. Не, ну, вы даже рядом с Лингом не стоите, ребят. Даже ничего мне не говорите с Лингом, вы даже рядом не срать не садились. Вот я вам серьезно говорю. Если вспомнить Линга, то лучше его не вспоминать вообще никогда. Так. Уж поверьте моему опыту, у меня после Линга остались ссадины, царапины и просто... Мне кажется, я заболел СПИДом. Ладно. Еще не завтракал, закончим на сегодня. А, еще не завтракал, закончим на сегодня. Она уже сдается потихоньку. Ты еще Линга не видел, я тебе серьезно говорю, Джет. Вообще, все, с кем я сражаюсь сейчас, вы еще Линга не видели. Так, окей. А Джет жила впроголодь, как и все кочевники. Неужели у нее был чай? Теневой чай. Кочевники варили его из особых растений в пустоши. Он дарил прохладу и надежду, также прогонял боль от увечий. Как видишь, это не теневая энергия была злом. Злом были вы сами. Вы не сумели распорядиться ее даром. Кстати, мудренько, мудренько. Чьим даром? Мудренько сказал-то. Действительно, кто-то неправильно распорядился ею. Кто-то не мог управлять ею и умер. Кто-то схватил кусочек теневой энергии, оттуда штырь высунулся такой теневой и убил его. Кто-то схватил кусочек теневой энергии. Он превратился в огромный фалоимитатор и, как говорится, пустил в расход носителя этой теневой энергии. Не, ну на самом деле он красиво сказал. Это они реально не смогли подчинить. Унеси эту тайну с собой в могилу. До своей встречи с тенью Мэй была демоном. Она происходила из теневого мира. Мэй все, что от него осталось. Нихера себе. Об этом знают лишь другие демоны. И потомок тени, конечно. Даже тень не знает. А сын знает. Вы купаете? Вообще. Зеркало. Победи настоящего Иту. Потомок считает себя преемником Титана. И ненавидит тень за то, что тот разрушил его родной мир. Он хочет открыть врата, чтобы возродить свою родину здесь. Но кто же он сам такой? Он и есть теневой мир. Герой. Вот тот ребенок, которого Мэй носила в своем чреве. Но теневой мир захватил его разум еще до рождения. Он и есть теневой мир. Герой. Вот тот ребенок, которого Мэй носила в своем чреве. То есть, основной персонаж, которым мы играем, это ребенок Мэй. Но теневой мир, то есть, вот этот вот потомок тени, который якобы настоящий, захватил его разум еще до рождения. Демоническая сила, которая скрыта была в Мэй, получается, поработила ее ребенка. То есть нас, нашего героя. Значит, герой это ребенок тени и Мэй. А потомок, незнакомец, как его называли, лишь тень героя. Лишь тень героя. Вина тени. Тайна Мэй. Неискупленный грех. О, вот это да. Так все-таки, да, все-таки герой это основной ребенок ее. Эта серия просто бомба. Такая инфа, это жесть просто, конечно. Выходит, это потомок тени всего лишь копия, как и я. Бездна не знает слова копия. Кто является истинным? Кто является копией? Кому об этом судить? Я не уверен, но я вспомнил героя очень хорошо. Он верил мне. Он верил, что я спасу купол. Верил, что я тоже настоящий. Истинный Иту? Так, вот... Я уже с таким истинным Иту драться не хочу вообще, если честно. Думаешь, кто-то станет помогать тебе? Не, я знаю, как его проходить, но с ним я бы драться не хотел. Он душный такой. Так, ну давай. Ну, с тобой бросками. А, нет. Броски не всегда там помогают. Главное, чтобы он пока лежал. А там я уже разберусь. Отлично.
Так, здесь уже мы товарища этого не можем. Так, хорош. Да я помню, как с тобой драться, чувак. Так. Так, ну он не сильно, кстати, атакует меня. Не сильно норовится атаковать. Но атаки у него плотные, поэтому мы не будем слишком сильно на него выкаблучиваться. Пошел. Он не такой активный, кстати, истинный Иту. Вообще это Болу. Болу, по идее, должен быть. Не, если это Иту в старости таким стал, то, конечно, это смешно. Вообще, по идее, это Була. А истинный-то наш. Как ни крути. Так. Ну, я понял тебя, конечно. Я подошел перекинуть, но он почему-то не захотел это сделать. Так, мне перекинуть бы тебя. Да, перекинуть его надо. Вот я вам говорил про душность, вот она пошла. Он душный парень. Интересно, он будет здесь применять свои вот эти вот кубоиды? Или это чисто у Бола к 7 главе такая история была? Так. Серьезно? Серьезно? На, по шапке тебе. Ну нифига ты успевающий. Успевашкин. Ах, потухло. Но хорошо, все равно урона хватило туда. Все-таки он делает эти кубоиды. Как он их называл? Параллелепипеды пространства. Геометрия, блин. Так, ладно. Геометрию создаем. Нормально все. Все хорошо. Так. Подожди. Давай поговорим. Отлично. Катана успела. Тихо. Да, конечно. Так, опять отбросила. Тихо здесь. И ногами бы чуть-чуть, братан. Чуть-чуть еще бы. Хорош. Так, здесь не успеваю. Ну, такое, конечно. Могло быть получше. Так, опять юзает. Ты че юзаешь? Успокойся, хватит юзать. На, вот это хорошо было. И, блин, ну тут уже не очень. Да, блин. Так, и лови. Хорош. Да, конечно, душнило. Ну да, душная тема. Ну-ка, да, перекинуть хотел, но не получилось. Душнило же. Он лечится, ё-моё. А я что-то только сейчас это заметил. А, так я проиграю сейчас ему. А нет, не проиграю, все нормально. Он же это, отхилится, если я не приостановлю эту историю. А так, в принципе, я в 3-0 его сделал. Оставь меня в покое. Да ты сам доколупался, чувак. Сам отвали. Серия, кстати, дольше намного получилась, чем обычно. Не знаю, я хотел ее, кстати, поделить. Возможно, мы так и сделаем, а возможно, нет. Я на монтаже решу. Ха! Вот так вот, прикинь. Ну, смотря, сколько она будет идти. В твоей душе хранится осколок героя. Он изменил форму твоей души навсегда. Каково его имя? Так. Товарищ, ученик, наставник, самосовершенствование. Нет, пожалуй, только одно слово. И сейчас смотри, друг. А, скромность. Мне всегда говорили, что я лучше всех. Я чувствовал скуку и отчаяние, будто ничто в этом мире не способно удивить меня. Но он победил меня. И я был уязвлен. Я хотел следовать за ним всюду, я говорил, что он мой друг. Но для меня он был учителем, таким, какого у меня никогда не было. Вот это да, ребята. Всем спасибо за просмотр, с вами был Влад. Увидимся в новой серии, пока!